колесо проведено по линии веревочки. Соответственно, вторая линия у нас образована колеей вот этой вот. Сейчас обратный проход мы делаем, уже ставим встречное колесо на вот эту линию и будем копать уже навстречу по ширине 60. При этом туда я гнал под горочку, сейчас я пойду на горочку. Канавки с интервалом 60 сантиметров между канавками. Сейчас, чтобы поставить третью канавку, вполне достаточно только пройти вдоль этой поры.